графики все великолепно, как вы прекрасно знаете. Как-то страсти, настроение всем тем, кто и она. Вот так вот. Футбол на стадионе «Спартак». Спартак прошли заграничные все сборы москвичей. И, собственно, сезон. Уже точнее, по его итогу. Но начинается еще одна достаточно такая серьезная команда. Да, Андреев не было положения вне игры. Можно попытаться убегать здесь, но... Ой, вот, пожалуйста, Рыков, который мяч чистый перехватил. И, да, тут как-то приходится сворачиваться, приходится что-то искать, искать, выигрывать. Делать это крайне просто. Зап головой и мальчик. Давай еще, слышно, вот, не забоялись. Колец. Штабу. Пошел хороший такой навес. И здорово так не сбил. Если я ничего не путаю, нет. И все.
Финальный свисток. Заканчивается матч 2-2. Ну что, 10-10.